Михаил! Меня вдохновил! Пора выбирать. Один. О! Вот так. Лев из Новосибирска. Лев, привет. Привет, Миша. Привет, Оля. Привет, Рома. Все мы знаем, что лев, царь зверей, никого не боится. А ты боишься чего-нибудь? Я вообще ничего не боюсь, кроме пчел, потому что они могут очень сильно ужалить. Это правда. Лев, а в чем секрет твоей храбрости? В том, что я таким храбрым родился. Вот так. А какое у тебя любимое животное? Тоже лев? Лев, потому что он быстро бегает. Ты вундеркинд? Да. Какой у тебя талант? Не говори, лев. Ты очень стильный. Да. Давайте посмотрим варианты, каким же талантом может обладать наш лев. Самый молодой певец в мире. Нет, есть моложе. Запоминает незнакомый текст с первого раза. Озвучивает мультфильмы. Ага. Делает крутые футбольные финты. Обсуждаем. А при чем здесь лев? Лев – царь зверей. Когда вы увидите талант нашего потрясающего вундеркинда, вам все станет понятно. Озвучивает мультфильмы! Например, да. А про футбол? Не, ничего, никак? Нет, нет. Ничего никак. Окей. А посмотри на костюм. У него микрофон на майке. А что тут закрылся? Микрофон диджея. Оль, я верю твоей интуиции. Он озвучивает мультфильмы. Да, 100%. Михаил Галустян считает, что наш лев озвучивает мультфильмы. Да. Да? Да? Сейчас да. Мы в этом и, возможно, убедимся. Лев, покажи нам свой талант, пожалуйста. Оля, скажи мне какой-нибудь текст, а я его попробую запомнить. Лев, ты уверен, что ты Олю хочешь попросить об этом? Да. Да. Хорошо. Легче, проще, уже не кажется так бесконечным без тебя. Ночи, хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь от меня. Миша, Оля, Рома, идите сюда. Идем. Держи. Давай. Ну, это уже точно не футбол. Держи. Вы танцуете, а я спою. Мировым рекордсменом, как самый юный певец в мире. Правда? Да. С авторской песней на всех международных стриминговых площадках. То есть ты мультики не озвучиваешь? Нет. И тексты ты не запоминаешь? Нет. Получается, мы не угадали? Нет. Ну, мы поехали тогда. Давайте. Майкл! Кстати, у него даже есть клип. Ого, давай. Оль, я советую тебе записать его телефон, потому что Лев – это русский Джастин Бибер. Лев, ну ты красавчик. Я иду к матрешке, чтобы узнать, какую ставку наш Лео принес в банк вундеркиндов. Напоминаю, за каждый правильный ответ
дети получают сумму, спрятанную в этой матрешке. Да-да-да. И таким образом, благодаря нашему шоу, талантливые дети еще и зарабатывают. Лев принес в банк вундеркиндов 10 тысяч рублей. Не надо говорить, сколько у нас в нашем Итак, банке. Итак, общий счет в банке вундеркиндов 120 тысяч рублей. В банке звезд 2 тысячи рублей. Лев, спасибо тебе. Лев занимается бразильским джиу-джитсу, изучает китайский язык и играет на фортепиано. Вот такой у нас вундеркинд. А когда Лев учится?